Друзья, мы хотим, чтобы вы знали об этой трагедии. Подписывайтесь срочно на наш канал и следите за нашими новостями. Сегодня в 8:30 утра в одной из больниц города Грозный был доставлен всем известный российский советский актер кино Виталий Кищенко. Оказывается, он был в горной местности со своей съемочной группой на съемках нового фильма. По сценарию он должен был проехаться по узкой дорожке в горной местности на мотоцикле, и в итоге сорвался в пропасть. Его в бессознательном состоянии достали из пропасти и доставили в одну из больниц города. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для оказания ему помощи. Подробности пока никому не сообщают, стараются сделать эту информацию закрытой. Следите за новостями, и уже завтра на утром с подробностями об этой трагедии вы сможете ознакомиться, друзья, на нашем канале, в нашем новом выпуске. Берегите себя и до скорых встреч, друзья, на нашем канале.